До Нового года осталось чуть больше 2 недель. Несмотря на то, что из-за коронавирусных ограничений все культурно-массовые мероприятия отменены, Славянский район готовится к празднику, чтобы создать жителям новогоднее настроение. На театральной площади Славянска на Кубани завершилась установка новогодней ели. Ее уже украсили гирляндами. Сейчас приступили к украшению новогодними игрушками. Появилась зимняя красавица и в Северном парке. 8-метровую ель подарил городу житель поселка Совхозного Сергей Шуляк. 39 лет она росла около частного домовладения по улице Кирпичной. В далеком 1982 году Сергей Иванович привез 5 маленьких саженцев из города Козельска Калужской области. Прижилась только одна. Теперь эта красавица украсит Северный парк. Расставаться с елочкой, конечно, было жалко, но дерево стало большим, занимает много места, доставляет неудобства. Поэтому и было принято решение подарить его городу. Если бы не случай, я бы, конечно, ее не пилил. Вот. Ну, а так решили просто вот, как бы городу сделать приятное, потому что я живу в этом городе, там детишки мои живут. И как раз в этом месте будет стоять елка. Это будет приятно мне и, я думаю, всем. Также живые ели будут установлены в микрорайоне Кубриз и на территории районной больницы. Анна Монастыренко, Дмитрий Волошин. Программа «События».